Видишь? Лучше бы, может, было, если бы у меня лестница по центру стояла. Ну, ладно. Я не знаю. Ладно, я так обойдусь. Вот Игорь сказал, снаружи надо делать. Да, да. Ну вот и все, у меня руки-то тут мерзнут. Я сейчас в рукавичках держать буду. Покажи. Это сегодня купили вы? Вот эти листы, да. Сколько заплатили? Не точно, не помню, я надо в чеке смотреть. Ну сколько, 1000 или больше? Не могу сказать. Ну ладно, поделим мы тут. Не помню. Сегодня снегу много идет, я показал два окна. Так тогда вниз поверни, чтобы она накладка у тебя была. А, ты подталкивать будешь. Да. Ну давай. Что там, нормально сбоку, да? Да, тебе надо еще делать. Держать там? Нет, я говорю, там нормально сбоку. Нет, маленько тот край повыше поднять надо. Я подниму сейчас. Да. Снег идет тут, я рукавичка тут пытаюсь закрыться от снега. Это, Володя, не пойдет так. Ты установи сначала и крепко прижми. Вот так, вот. Повыше маленько надо взять, наверное. Повыше. Нет, нет, нет. А? Не хватит. Не хватит? Да, да. Да как не хватит? Три будет здесь? Да, да, три. Ну давай, смотри, так а там у нас щель большая, что ты сделаешь? Там нету щели. Ну ладно, держи крепко, поползла. Да, ты присверли ее, а потом вторую. Сейчас скорее вторую бери. Я буду командовать, а ты работать. Я все же прорабом работал-то. Сгодилась мне эта должность. Видишь, она наклонена. Сейчас ты ее подтянешь туда и туда. Вот рядом растет у нас калина. Ягодки всякие разные. Сейчас я покажу, какие ягодки. О. Так, подтяни на себя. Вот нет, нет, маленько отпусти, чуть-чуть. Маленько туда. Вот так, все. Пошел. Теперь надо туда лестницу переставить? Да. Или ты вторую сейчас, давай, прислоняй вторую. Не, надо сразу. Ну давай. Она же подойдет. Ты можешь достать без лестницы. Вот, это сегодня у нас 18 ноября. Снег пошел. Вот она, вот так. Вот. Ну а что ты говорил, хватит, не хватит-то? Вполне даже... Все нормально, а там перекрыто тоже. Перекрыто. А тут она вниз у тебя сползет даже. Это называется пеноплекс. Как бы никто у нас не сломал ее. Подожди, поверни его сначала, до конца не жми. Да я знаю. Вот так. А ты вот сюда сейчас пройди без лестницы, и ту прижми, сначала эту, внизу прижми первую. Воткни и прижимай, подними повыше чуть. Вот так, вплотную. Вот так. Не так и холодно, но я в больших рукавицах. Вот, а сейчас тебе там надо ее захватить будет потом, лестницу возьмешь. Банки-то, которые закатывали, я думаю, куда крышки пригодятся, вот пригодились. Ну вот. Хоть там закатана-то была хорошая, яблоневая. Не, у нас куча же из-под варенья, из-под всего. Мы сейчас каждое воскресенье в чат-рулетку как на площадь выходим. 4 человека, а там будет больше, 5. И одновременно начинаем людям рассказывать о Христе.
Ну и потом соединяем и ролик выставляем. Щатка один уже, уже выставлен один. И каждое воскресенье будет. Резать его не надо. Надо было повыше поднять. Не, не, пойдет. А? Она там перекрыта, щель-то. Ну ладно, дед, ну это свисать будет. Ну может чуть-чуть. Ее же резать не будешь? Нет, зачем? Ну посмотри, она насколько ниже идет, ниже. Про это я и говорил, там, а там щель будет большая. Нет, там щель-то не будет. Вверху. Ну давай. Прижимай ее. Эта лесенка у меня была там, на второй строительной, на палате лазить. Один раз было так, ну по лесенке-то и лезут, и у меня сестренки две жили. Ну и полезли, и племянник был добыт. А там сзади кто-то еще подцепили, как мышка за гришку, и потянули с лестницы. Это последний оторвался и упали на него. Он сзади подскочил, смеялся, Давыд-то. И она прям задница ему на грудную клетку. И он глаза закатил, сознание потерял. Вот мы тут. И давай его святой водой брызгать. Я так боялся, я взял его к себе в постель под одеялом. Чтобы, если еще холодно будет, так я его чувствую. Но он вырос такой. В армии даже отслужил. Да еще, говорит, вроде в дивизии Дзержинского. И дурь, да, игра не доводит до добра. Что-то такие большие-то, она никуда так торчит. Тебе их пополам надо было разрезать. Пойдет. Зато меньше проваливается туда. Давай. Это у нас я загородил, тут лук растет, а кошки ходят, коты мочатся, чтобы ни один туда больше не залез. А там у меня лучок растет свеженький. Ну вот три. Это кухня. Видишь как. Придет кто у нас, когда нету. А нас нету дома. Бывает, и уйдешь в гости. И поэтому я взял в окно, выставил вот такое вот. Чтобы человек подошел и сразу мог просчитать. Ну тут видать было, что-то не видно сейчас. Это у нас тут на дому. Кто придет, сразу просчитает. Вот так. Ну а тут еще наружка. Не видать ничего. Ветер, это снег залепляет. Ну еще, тут все понятно, Володя? Да. Давай на ту сторону перейдешь, я еще один другой. Я уже начинаю это мерзнуть. Ну, потом выше поднимешься. Там осталось один. Давайте я сейчас. Так давай сейчас сразу. Чтобы от окна отойти. Вот так. Свету хватит, а теплее будет, это хорошо. Повыше маленько его возьми. Вот так. Повыше маленько. Сильно уж длинные эти. Саморезы длинные? Ну конечно. Нет. Куда ж такая страсть? Она же пятерка.
Да ты до конца-то не докручивай вплотную-то. Это пятерка, а это 7,5. Ну ладно, давай. Это что, толщина пятерка? Да. Да откуда? По-моему, меньше. Пятерка. Я даже не могу поверить, что это пятерка. Да нет, пятерки нету. Тройка. Пятерка, пятерка. Ну ладно, замеришь потом. Тройка, она меньше. Давай. Какой длинный. Все, уже вошла в дерево. Нет. 2,5. Ну ладно, все. Я сказал дерево. Только так, как кажется мне сны. Ух ты, как чуть не упал. Ну вот, смотрите. Вот, смотрите. Вот. Давай. Вот я вам показываю. Вот. Ну? Вот, видите, всего вижу. Сколько, вот сколько всего уходит. Так она внутрь много заходит. Конечно, я же говорю, пятерка это. А это 7,5. 75-ка. 7,5? Да. Ну, прием там, Даш, я замерю сам. Замерить. О, а что он тут вот? Голубь. А что он тут сидит? Ну, голубь там сидит, потому что они питаются тут. Я их кормлю. И он, видишь, на крыше прилепился. Давай. Вон голубок мой сидит. Это не мой голубь-то совсем. Так, это, у меня все это мокро. Я уйду тогда. Давай. Мокро. Тут все понятно. Еще 2-3 окна надо.